В академии я преподаю дисциплин теории и методика преподавания народно-сценического танца. В звене технического и профессионального образования – бакалавриата. В бакалавриат приходят к нам абитуриенты со всех регионов Казахстана. Учатся студенты с других стран. Программа по народно-сценическому танцу очень объемная, разделов много. И нужно, конечно, не только освоить лексический программный материал, но помимо этого нужно дать очень много еще других нюансов. Это и методика изучения программного материала, музыкальные раскладки каждого движения и разбор каждого движения по элементам. Они должны уметь составлять, сочинять учебные, а в дальнейшем и учебно-танцевальные этюды на середине. Стараешься им дать логику. Вот для, почему это движение так делает, а к чему оно дальше ведет, логическая его ступень. И тогда они лучше запоминают. Раскладывая движение по элементам, мы разбираем энергетику движения, энергетику этих элементов, для того, чтобы придать этому движению правильный характер. Куда у нас будут энергетические, музыкальные акценты движения. И все это очень интересно студентам, надо сказать. Для меня, как для педагога, всегда было важно, чтобы курс был сплоченным, дружным. Дружным и сплоченным курсом легче работать. Они всегда в единении. Они всегда в процессе взаимопонимания, взаимовыручки, взаимообогащения. Это для меня очень важно.